Так, возвращаюсь к игре. Так. Здравствуйте, мы снова с вами. Ну, это еще Лиза пока. Да, это еще я. Так. Я еще не пошла делать чай, поэтому я тут. Я в прошлый раз остановился с этой свечой, когда он молочка выпил. Его жена подправила пить молоко. Да, да. Это я вижу. Он устал. Так, теперь он должен, наверное, вернуться к своей жене, я так понимаю, потому что я в интернете смотрел, но... Понял только, что это третья концовка по счету. Сразу третья будет. А еще первая и вторая там есть. Которую я не получу, но посмотрю потом на ютубе. А может получишь, можно. Может. Да. Причем как третью получить, вот, ну, молоко попил и что дальше делать, я не знаю. Куклы, по-моему, куклы здесь раньше не было. Уже страшно. А может и была, я просто не обращал внимания. Где жена? Жена ему говорила, что попей молочка, чтобы успокоиться и лечь спать. Вообще-то сестра была всю жизнь. Потом, нет, он еще в сцена была, где она вообще лечащий врач. А, ну да. Сидит за столом, типа, не, я ваш врач, вы пациент в психбольничке. Так. Кровать, о, нет, у жены. Двойная кровать вот эта. Это жена лишь. Двуместная, а да. Ты можешь там выйти? Да, и дверь появилась, потому что двери, по-моему, не было. Не было двери. Или стоп, или... Оп. И опять. Тот же самый портрет. Ну-ка. Еще раз. Так. Что-то не так. Мне кажется, я здесь был уже. Да, что-то не так. Я попробую обратно пойти. Нет. Уже даже вперед все. Да. Направо ничего нет. Вот он другой портрет. Другой? С усатый был мужик. Узкие усы у него были. А может нужно лечь в кровать? Нет, он не ложится в кровать. Ну, никак не ложится. В тупике. Опс. То есть долго-долго так нужно идти. Приходим в ванну. И, собственно, это тупик. В ванне что мы делаем? Купаемся. Ну, вообще никаких интерактивных объектов нет, только если выйти. Причем сейчас что-то произойдет, я уверен. Не надо. Ну, иди обратно. Ну, это, конечно, уже смешно. Опс. О, да, поменялась обстановочка, уже теперь тут зал. Сходит в эту жизнь. Опять ванна? Серьезно? То же самое врачом. Да, ничего даже не поменяли в этой ванне. Идем дальше, идем. Что-нибудь. Дверь, например. Например, дверь будет. Стол письменный. За письменным столом какой-то мужчина. Это не он? Нет, это не он. Ну, да. Цвет волос даже другой. Ну, я просто надеялась, что может это будущее. У него нет будущего. Это у тебя. Да, ты знаешь. Только правда может быть обидно. У меня тоже его нет. Наполеон Бонапарт. Не ходи к нему. Мне не нравится, это же мне эти реально смекают. А там еще звук был такой. Вообще так тихо. А я специально, чтобы наши голоса были слышны. Если что, можно там подкрутить будет как при просмотре. Ну или сейчас можно сделать погромче. Я пошел направо. Так, здесь череп какой-то. Ну ты хочешь себе такую картину на стену, когда будешь спать? А, блин. Это какое-то известное произведение, по-моему. Серьезно? Да, на Тимур. Я где-то тоже видел. Я бы такое не повесил себе над кроватью. Ну, на кровати нет, а в зале где-то можно. Не, я даже в зале бы не повесил такое бы. Да, и денег бы не заплатил. Черепа просто любит. А, ну если любите, то извините. Я с вами не дружу. Так. О, девушка с плафоном на голове. Потом это какая-то Фатима с ребенком. Плачь. Это очень важно, что ребенок недоволен, когда с ним торчат. У нее топор, ой, ну ее нафиг. Идем, бежим. Женушка. Да не, что ты в позу встал? Рано. Что в позу встал? Беги. Так, может быть, как бы не надо от него бегать? Как это не надо? Ну просто, понимаешь? Как бы тебе что-то нужно в ту сторону. Она, ты должна обойти ее. Тут, по-моему, темно стало очень. Блин, и так было темно. Да? Это был еще всегда. Это психологический момент. Ну ладно, пошли посмотрим, что она сделает с нами. Ну просто нужно как-то ее обойти или что-то такое сделать с ней.
то есть открываешь, она уже рядышком. Ну ладно, я иду, короче, к ней навстречу и пытаюсь с ней поговорить. Я дипломат, и я с ней поговорю сейчас. И мы решим этот вопрос мирным путем. Всегда есть мирный выход. Если ты потушишь свечу, то не будет видеть. Ты думаешь? Ну, вообще, да. Это логично. Всегда есть мирный способ решения любой конфликтной ситуации. Сейчас мы поговорим с ней. Успокой. Где она? Ее нет. Нормально, ну и ладно. То есть, а может, на дальше? Нет, она там была. Да. Да, за медведем она была. Нормально, наверное, так можно можно сделать. Ой, и сюда можно. Хотя аккуратно проходить будет. Блин, я заблудился. Там очень много дверей. Там была дверь, мне интересно, что за той дверью? Смотри, она идет. Я вижу, сейчас ты опять встанешь. Давай, иди давай, Калич. Иди узнай, что за ту дверью. Они не будут открывать. Девушка с торшером на голове. Сходит на жизнь. Она рядом. Точно. Я звук слышал. Это все звук слуховой галлюцинации, не обращайте внимания. Ладно. Так, я буду идти медленно. Может, я не буду. Я надеюсь. Слышу слуховую галлюцинацию. Я могу сделать потише. Нет, я не могу тебя слышать. Лестница вниз, в ад. Он может остановиться. Нервно. Даже я испугался. Ноги закинул. Да я видел. У тебя дрожат ноги? Нет. Все, у меня руки. Дрожат-то. У тебя дрожат? Не, у тебя. Да? Я чувствую. Это мое нормальное состояние. Я не могу. Блин, у тебя есть похрипло. Фанкс походил. Ты охрип. Черт, ой. Напряженненько. Да, вот именно из-за звука еще очень так напряженно. Звук сам включи погромче. Лиза, мазохист. Блин, я хотела тебе чай пойти сделать. Тут такая игра интересная. Я вот сюда не пошел, по-моему. Я заблудился. Это нормально? Все, ложись спать. Там каждый раз комната меняется. Да. Кажется, ты заблудился. Кажется, я заблудился, все. Вхожу вверх, а где-то оказываюсь. Слева. Отдышись, нормально, тебя никто. Ты видишь, она где-то вот тут? Да, она там. Ну нафиг. Успокаивай, нормально тебе. Все, сейчас я в комнату зайду, выйду, ее там не будет. Все, это так работает. Ну да, конечно. Пониже встану, чтобы. Главное не замирать, а то потом, как с Эмили, там, замолкаем от напряжения. Кажется, что, знаешь, каждая секунда, что мы чуть-чуть совсем помолчали, нам кажется, а молчу. На видео потом... Минуты две. Да, просто замерши. Ты тоже слышишь звуки? Да, я тоже слышал звуки. Нет, кидайте звуки. Мы хотя бы при свете играем. Ха, надо исправить это. Да, не надо. Да, не надо, Лиза, ты что? Лучше за чаем сходи. Да, я вообще игры боюсь страшные. Я в них не люблю играть один. Хорошо. Какой-то подвальчик тут. Я, честно говоря, даже не понимаю, куда он постоянно идет. Я тупо заблудился уже, я уже не понимаю, куда надо идти. Потому что мне в какой-то момент кажется, что он кругами ходит. То есть какая-то... В этих местах я как будто бы уже... Может, и надо на эту девушку напороться? Вот фиг его знает, честно говоря.
То есть их там несколько. И от них нужно уворачиваться. Вот вышел. А, это спальня была, вот точно. Нет, все-таки я правильно иду. Самое интересное, сейчас девушка справа появится. Я от нее скрываюсь, она оказывается впереди, мне нужно будет резко пойти направо опять. От нее, и там ее не будет. Ну, просто иначе это будет безвыходная ситуация. Да, конечно, ощущение страшненькие. Вроде игра такая простенькая совсем. При этом пугает. О, все, света нет. Я как бы подул ветер. Ну, искры все равно видны. Я уверен, где-то справа появится сейчас эта девушка. Нужно будет убегать от нее. Ёлки-палки. Потому что искры от топора, они даже в темноте были видны. Во-во-во-во-во, вот они. И девушку-то все же размыто, но видно. Ну, слева она где-то должна появиться, я так понимаю. Тупик? Твою мать, тупик. Все? Гейм овер? Ну ладно. Навстречу девушке тогда побегу. Все, встал в позу, отдышаться нужно. Будто бы, не знаю, смена кадра была. Провалит все так. Что-то не круто. Он уже в психбольнице какой-то. Стараюсь бежать. Даже комментировать не буду, что это было. Потому что я не знаю, что это. Ну все, там сзади тупик, я просто уйти не могу. В самой первой сцене был фарш какой-то. Нафаршированная была рука. Это как раз таки есть на кухне, видимо, его рука. Я так понимаю, что это просто бесконечная игра, и спасибо. Мне свет выключили. И сейчас просто нужно другие концовки получать. А ты что там у тебя случилось? Ну, концовку получил. А, да? Ну, я так понимаю, да. О, видишь, моргнул. Как ты понял? Подмигивает мне. Кокетка. Ну, как я понял? Потому что на Ютубе это была концовка. Мужик с пакетом на голове, картина. Он страшный. У меня еще есть ужастики, если что, так что. Даже если эту игру прошли. Ну, видимо, все тут. Ну тут уже смысла нет дальше играть, я так понимаю. Какая девушка, интересно. А девушка, тетка это его все-таки там свечу задул ветер. И тетка его зарезала в темноте, помню. И руку его пустила на фарш. Не через мясорубку. Помнишь, там в первой сцене там мясорубка стояла и фарш был перекручен. Это его рука была? Да. В клетчатой рубашке. Там по клетчатой рубашке было понятно, что это его. Причем там самое интересное, что одна рука клетчатая была его, которая крутила. Да? И вторая, да. Типа он... Нет, так ты это не видела. В мясорубке. Да, в мясорубке. Он одну руку типа сунет в свою мясорубку, а вторую крутит сам.
Ну это я так понял, судя по клетчатой рубашке. Ого. Нет, уже развалины какие-то. Из дома так выбежал. Это еще не конец. Это не конец. Это только начало. Ой, ты видишь женщину? Да, вижу. На тебе тоже. Еще одна. Давай считай женщину, другую сторону. Да. Сейчас схватит, увидишь, какое дерево, прям лапы как будто бы сейчас его схватит. Точно тебе говорю, схватит. А куда это мне дело? А нет, в пещеру какую-то спускается. Смотри, как интересно. Да. Даже хотя заканчиваешь играть. Там да. Титры пойдут, если закончишь игру. Просто такое говорящее название, бесконечный кошмар, я думал, что игра бесконечная, поэтому... В первую попавшуюся дверь вхожу. Улыбается. Первый, по-моему, все время. И целенькая. Еще не побитая жизнью. Звук, конечно, такой странный. Но он пойдет страшно, конечно, когда надо заходить. С моим комментарием еще, что ты в позу стал. Ну что здесь комментировать? Какой-то склад просто. Декорации какие-то, вот. Паутинка. О, помните, мы заходили в эту комнату? Да, да, да. Тут только портрет упал в паутине, все старое. О, вот это портрет. Слой взгляд на них. И все порвано, смотри. Да, все порвано. Что это? Это оно обрезает это стекло. Он просто по стеклу идет, тыч-тыч-тыч. Да, по битому стеклу. Иди быстрее. Плохо знаю. Да, ходить по битому стеклу плохой знак. Привет. Налево можно пойти, это я люблю. Что ты тогда меня смотришь? Ты почувствовал мой взгляд, да? Конечно. В этой темноте я мог его только почувствовать. Все мужчины любят налево ходить, этот персонаж тоже. Но сегодня он идет направо. Налево, потому что ничего интересного. Потому что он уже сходил налево. Да. Твою. О, он из этой комнаты выходит, если что, да. Так, тихонечко тут идем, потому что тут... Спальня — это сохранение, видимо. Да, видимо, это точка сохранения для него. Тихонько нужно идти, чтобы не привлечь внимания. Как не привлечь внимания этого зомби, скажи? А у него глаз нет, он... По шагам ориентируется. Поэтому нужно тихонько идти, и главное, чтобы он в нашу сторону не смотрел. Ты на кой идешь? Ну вот, я двинулся немножко. Немножко двинулся. Я испугалась той двое изображений в телевизоре. Да? А, отражаюсь? Не надо. Ты же лицо свое заостряло. Как ты умеешь? Я вот не знаю, может он как-то кругами ходит, мне точно на этой линии нужно стоять? Ну, видимо, да. Просто не двигайся. Он нюхает, нюхает. Человечный запах. Чую дух человечий. Тихо. Чё, я не двигаюсь, я не двигаюсь. И пошел наконец. Я не двигаюсь. Все, я у него за спиной, поэтому я могу идти. Стоп. Ты куда идешь, уже себе? Не, расстояние достаточно большое, он меня не слышит, если я хожу. А если я побегу, то услышит. Вот, например, так. Какой топор в спину. Прилетает. Просто бросает. Я тебя не вижу, я тебя пускал поближе. Не хватает только шкафа, помнишь, шкафа. О, могилки. Карен Мари. Янка Крач, Ленвуд Смит, Мария Лицни. Блин. Я испугалась. Такая поза смешная.
Иди, пробуй за рукой, сейчас схватит. Ну, схватит. Чёрт, я сердце на голову. Так, ходи к покладушу. Я не готова. Расслабилась, думала бы не повториться. Да, я думала не повторится. Схватит заново, точно. Сейчас уже точно будет. Давай. Они знали, что я так думаю. Все, не плачь, все хорошо. Не переживай. Ты мне кажется, тоже нервный. Да, ты немного отдавила меня на больницу. Но я подвинусь хоть. А ты запрыгнула так. Костяшка впилась. Да ничего себе. Бежим, 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 бежим. С другой стороны я выживаю. Блин, музыка так нагнетает. Сделай погромче. Сделай погромче. Нормально. Старику счастливый. Ну, потому что он пьет. Живёшь, хочется пить, выпьешь, хочется жить. Немножко. Да. Из романа. Кто? Из романа Трахтенберга было. Я не знаю, может, он сам придумал анекдот или собрал где-то. Живёшь, хочется пить. Выпьешь, хочется жить. А. Ну, ты чё? Ой, ты видишь её? Ты чё стоишь? Да, 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 я в позу стал. На прочитер таскает свой ножиш. О, висючий человек. А он раньше там был? А я не помню. Я не могу понимать. Это же мы быстро прошли. Я просто пробегаю так. О, вот тут что-то такое. Человек ползающий называется. Человек будешь. Ты чё? Часа в следующей комнате. Перешёл, чтобы стать в ползу. Длинные, длинные кошмары у него. Да уж. Сколько бы нам сегодня такие не снились? Не, они будут. Ну да, конечно. Опять он там по осколкам пошел. Ой, опять психологица. Да. Плавный переход. Очень плавный. Так. Доктор's офис. Все, к доктору пришли мы. Отлично. Доктор, пора бы вам прибраться у себя в кабинете. Доктор's офис storage. А это блок C, row 5. Ёшкин-кошкин, сделай что-нибудь с этой фигнёй, беги! Беги, я тебе говорю, беги! Офигеть, а он не может пройти их. А он немного кушал в детстве. Ты понимаешь, как он спортовый? Да. Секунда бы и всё. Чтоб секунду пришлось бы перепроходить. Всё, с самого начала. А я слышу дудух такой, думаю, так, да, что это а сюда за шум? Спереди, я думал спереди. А я тоже подумал. Мало ли спереди, думаю, я побегу вперед, а там окажется, что нужно в другую сторону совсем. Да, я тоже так подумала. Ну, руки мне выключил. Так да, ты не заметила? Нет, конечно, нет. А я раньше была. А. Скрыт такой приковывает. Комната с книжками. А, тут, наверное, сейчас будет... А, нет. Смотри, зал? Кукла. Кукла в углу. Наверху, под потолком, в паутине. Может, какие дизайнеры интересные, или кто это? Художники. Игрушка. Игрушка. Нужно поиграть. Мишка. Видишь, моргнула? Он живой. Кукла. Мишка, где твой?
фигня. Самая нелепая ошибка. То, что ты уходишь от меня. Ого. Ни хрена тебя раскурочила, девочка. Отчасти. Прям на тыкву похоже. На Хэллоуин. Ну, что-то вас больше и больше все в комнате. Подругу зовет. Ты ничего не замечаешь? Замечаю. Как нам к этому относиться? Ну, не будем, наверное, мешать. Наверное, может уйти? Дай пинка под жопу ей. Ты не можешь сейчас? Не могу. Не получается. Не получается. Ну, хорошо, она тебя тоже не трогает. Она себе влечена едой. Классно, здесь сеструха у тебя. А это не... А, это точно сеструха была? Или просто девочка? Ну, вообще, как бы это... Как тебе? Не очень. Как тебе? Ты, главное, не ошибись, дети. И тебя затащили. Почему они затащили? Там кишки лежат, мне страшно, я не хочу больше играть. В последний момент, слушай. В последний момент взяли и затащили, как так-то? Ну это я же думала, что нет. Может, так и должна была быть? Ну, так и должно быть, потому что иначе я перепроходил момент. Кишки. И там было светло, и у него... Ну, блин. Я вижу, да. Все, не обычно. Фух. Страшно, да? Да. Почему там подвал? Ну, сходи туда, вот, потому что там эта баба стоит. Ей улыбку нарисовали? Угу. Кишки, кишки, фу-фу. Фу, гладость какая. Голову к манекену приставили. Угу. Ой. Что, это я вздохнул? Нет, там просто что-то касалось меня. Касалось? Мне показалось, это было одеяло. Он так легонько меня приупало. А я подумала, что это касается меня. Какая нервная. Да вообще жесткач. Салют! За окном. Вот он дышит, наклоняется в позу и дышит на эту свечку. Он не боится, что он ее задует? Он не боится, ты должен бояться этого. Ой. Мне кажется, ее за круг подвесили. За кого? И вообще, да их тут двое. Не вижу. Нет, не вижу. Их тут больше. И еще гораздо больше. Сейчас что-то резко такое произойдет. Не надо. Я уже дергаюсь. Восьмая. Мы их считаем? Я, да, девятая. Десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Рука девятая. Рука похлоп по плечу. Пожми руку. При встрече нужно руку. Сук. Как-то далеко он стоит, мне кажется. Раньше ближе была точно камера. Раньше ближе было. Что будет значит страшно? Ты готов? Ты морально страшно, да? Я когда замолкаю, я напрягаюсь внутренне очень. Поэтому нужно что-то рассказывать. Ну, давай, давай поговорим. Смотри, какой у него лестница красивая. Я вообще лестницу не вижу. Ты хотела себе такой дом? Такой дом? Такой дом, да. Да, я бы его продал. Ты заработал бы кучу денег. Я бы пропил, мне послышалось. Пропил? Да. Может, и пропил бы. Карта проиграл. Куча денег, если... Что там? Куда ты пришел? Не знаю. В глаз? Все хорошо в этой жизни делать. Что за хрень? Дорогой Томас, я покидаю тебя. Прости. Losing our daughter was hard on me too, yet I'm trying to move on. Your life didn't end, so why can't you live it? I hope you can get past this tragedy eventually. I really do. I guess this is goodbye. Love, Gabrielle. То есть, ты, кажется, теперь дочка уже? Да, теперь уже на фотографии он дочка даже. Ага. Так просто он был с женой. Final descent. Ну, типа, вот титры, все. Все, я прошел игру. Похоже. В общем, она ушла, потому что не смогла смириться с потерей дочери. Да, это. Она до сих пор уже. Да. А, ну...
еще две концовки какие-то есть. Я уже на ютубчике кляну. По-быстрому, чисто сценки. Байкерс. Пекарня. Не, в пекарне это байкеры. А, байкерс. Байкерс это, наверное, пекари. Пекари. Или... Издать, ну, вот эти вот, короче. Разработчики имеют фирму. Да, наверное, фирма байкерс. Вообще игра закончилась. Можно пойти. Кого? Кеса. О, не по алфавиту? Да, видимо, сейчас ABCD. KLM N O P Q R S T. Ты можешь мне закрыть как-нибудь? Так ускорить. О, пошло дело. Очень. Сейчас он такой разговаривает в конце. А в конце надо выскочить. And all of you are the supporters, including you. О, видишь? А, Nightmare continues. Ужасы продолжаются. С этого важно начаться? Или что? Как не тянется? Тут, да, еще две концовки есть. В какой-то момент можно по-другому выбрать путь. Я так и не понял, честно говоря. Я только одну знаю, как концовку получить, а вторую без понятия. Смотри, типа, вот знаешь, что вариант такой, ты придешь к тому же варианту, как если ты пришла. А, точно. Вот это, который с молоком ситуация. И что, play? А, Nightmare Selection. Ну, а ну хочу, Insanity, Безумство, Together at Last, наконец-то вместе. А, то есть можно сцену выбирать, отлично. Испаньол, франсайз. Да, ты сделай пока что, я тут язык пока найду. Нужно, я пропустил. Русский. Играть. Выбор кошмара. Ну, вопрос только в том... Наконец-то вместе. Куда мне пойти тут? То есть, где я мог поступить по-другому? Тогда сохранить и выйти. Вот это безумие продолжить. Вот, и здесь нужно не... Туда нужно упасть, свалиться так вот. Раскачивается, падает. Превращается ребенком становится. Просыпается ребенком. Правильно, за шею тащи, а не за уши кролика тягай. Зверски так дышит. Просто зверски. Комната с игрушками. Понимаю, после этой сцены где-то тут можно будет выбрать концовку еще вторую. Ко второй концовке прийти. Ну так нечестно, ты начал играть. А, не, я упал с обрыва, помнишь, там, где можно было повернуться назад в лечебницу. И он проснулся в образе этого ребенка. Ну круто, я это не видела. Подожди, пока я скажу. Я тебе все рассказал уже. По-моему, он кругами ходит. Точно говорю, он кругами ходит. Ну что, делать нечего. А так уже было, помнишь? Да, они были круговые комнаты. Ну вот и все. Все так и есть, как тогда было. Вот, он вернулся вообще в свою комнату.
который встал. Ну все, я уже два раза два круга намотал. Больше я этого не повторю.